Вітаю всіх в ефірі «Перші другі». Сьогодні у нас в гостях Павло Вишняков. Вітаю, Павле. Добрий день. Ну, я думаю, що, знаєте, мене просто вмовляли ваші юні прихильниці, щоб я вас запросила. І я дуже рада з вами познайомитися. Подивилася, що ви дуже багато знімаєтесь в Україні, ви там тут вас вже полюбили, тому будемо сьогодні говорити і про вас, і про кіно, і так далі. А як людина, яка навчалася в театральному, можу вам сказати, що, в принципі, як мені завжди здавалося, це не краща професія для чоловіка бути артистом. Новий секс-символ українського телебачення. Справжню любов глядача отримав завдяки серіалу «Повернення Мухтара». Тепер з'являється на екранах у ще одному детективному серіалі «Опер за викликом». Минулого року знову підігрів неабиякий інтерес до себе через участь в телешоу «Танці з зірками». Попри плітки і вигадані пресою нескінченні романи, актор дуже мало публічно говорить про особисте. Нарешті ми запросили актора на відверту бесіду. Ну там максимальна залежність, а це вічно, знаєте, там ти вічно чекаєш, чекання запросить тебе режисер, не запросить тебе режисер, сподобаєшся ти, не сподобаєшся, кастинги ці принизливі. І все-таки, да, ви обрали це. Чому? Я на то время совершенно не понимал, что это такое. Я случайно попал в эту профессию. Ну, я не могу сказать, что так вот случайно. Я уже рассказывал об этом. А как это было? Ой, сейчас я вкратце попытаюсь рассказать. Я в детстве хотел быть биологом, зоологом в Гринпис, изучать природу. Потом я пытался стать педагогом русского языка и литературы. Вы учились на филфаку? Я готовился поступать. А. То есть параллельно я готовился поступать на филфак. И я попал в школе в КВН. И все это одно за одним. И потом это «Декахим волокно», детский спектакль, роль принца. И потом меня повезли в Минск. Я поступил. Я вообще не понимал, куда я иду. Просто педагог, который... Куратор этого кружка. Вас просто тягнуло, пошутил. Да, да. Куратор этого кружка сказал, есть способности, поехали поступать. Я приехал в учебное заведение, я не прочел ни одной книги. Я не знал ни одного режиссера, ни одного артиста. Я ничего не знал. И вот... А є ж така теорія, знаєте, що артисту, на відміну, скажімо, від режисера чи там, я не знаю, сценариста, а краще всього ну, бути з абсолютно стерільною, ну, да. Якщо, грубо говоря, головою. Да? Нас педагоги так набирали, да. Они говорили, нам нужны белые листы. Нам нужны люди, которых не нужно сильно ломать. У нас были на курсе два парня старше возрастом. Они их брали для того, чтобы они якобы умнее, больше прошли какого-то опыта в жизни, чтобы они были кураторами, то есть старостами курса, чтобы они следили за молодняком. И они их не ломали, их уже нельзя было сломать. А нас они стирали под ноль, делали белый лист и уже лепили, как они считали нужным. Как они видели, вот это вот Павел Вишняков, мы думаем, он будет играть такие-то роли. И уже под эти роли меня ломали. Ну, це як з обличчям. Знаєте, говорять, що краще всього грим дається на обличчі, яке невиразне, да. Яке абсолютно стерте, да. І так далі. Там білі вії, білі брови і так далі. Невиразне. А якщо ти дуже яскравий сам по собі, то гримувати набагато складніше. Ну, такі теж потрібні. Ну, зрозуміло, так, для характеру. Тому що характерні артисти потрібні теж. А вас це не напружувало, що, в принципі, говорили там, от ти не цікавиш. Цікаво все, що можна на тобі намалювати. Я маю на увазі не тільки грим, а взагалі да, якісь речі. Це не напружує там дорослого чоловіка, скажімо, коли тобі говорять, роби, що тобі скажуть. А як же я? Де тут я? А не было такого. Это вот сейчас я начинаю искать свое я. Я только сейчас начал ковыряться в себе, откуда комплексы, откуда проблемы, почему я так поступаю. Тогда этого не было. Тогда нам говорили, опять-таки, это Белоруссия. Там, ну, у нас в крови и в душе, и везде, что угодно, лишь бы не было войны. Нам говорят, идти вперед, мы идем вперед. Сиди тихо, мы сидим тихо. Это сейчас я уже начинаю ковыряться. И то я был такой самый ярый бунтарь на курсе. А вы кажете, это Беларусь. А есть разница взагалі? Потому что вы трошки познімалися в России, вы знімалися в Беларуси, вы знімалися уже тут, в Киеве. А есть разница между акторскими школами якась? Чи дуже умовно? Есть. Да, а яка? От цікаво. Все-таки ментально мы белорусы,
мы будем стучать в дверь и говорить: извините, можно мы зайдем? Москвичи ногой ударят в дверь, откроют и скажут: мы пришли. А Украина хитрее. Она скажет, она ударит ногой и скажет: извините, можно мы зайдем? Такий вот так. Гібридний варіант. Да. Зрозуміло. А вас, ви познімалися, як я вже сказала, повсюди. Як сталося так, що ви в Києві опинилися? Так, избежать острых вопросов и ответов. Был очень сложный проект, тяжелый, после которого я сказал, не хочу... Да, он был там, в Минске? В Минске. Так. Это московский проект, он снимался в Минске. И после которого я сказал, не хочу никакого иметь отношения к этой профессии, потому что очень было тяжело и физически, и психологически, и всячески. И я приехал сюда отдохнуть, половить рыбу. Просто выдохнуть и понять. У вас тут были друзья? Да, очень много друзей. Ну, я до моего вот этого переезда последнего 15-го года сюда, я здесь проработал 3,5 года, если в общем брать. А вас якось, коли ви переїжджали, хвилювало те, що, ну, скажем, в Україні війна, в Україні, ну, тому що 15-й рік, я це все видел. Я був здесь, коли це все происходило. Вы были на Майдане? Я могу сказать, я был там. Я могу сказать честно, что если бы я этого не видел и я не находился здесь, то я бы, может быть, и не поехал сюда. А я был здесь и это видел. Я понимал, что происходит. А что вас, что для вас было в этом, знаете, там, что вас приворожило в этой ситуации? Чому ви сказали, що якби я не побачив, що тут було, я б не поїхав. Я побачив, мені стало цікаво. Я говорю о пропаганді СМІ. Ну, ви розумієте, о чому я говорю? Ні. Якщо б я був на території Білорусі, либо Росії, і слідкував, дуже тяжело, тому що я почав... Тепер зрозуміло, так. Да. Да. Якби ви були там, ви просто слухали, що говорить пропаганда, да, в Росії чи Білорусі. Да. А що, пропаганда в Білорусі говорить те ж саме, що і в Росії? Чи є якась третя позиція по відношенню до України? Я могу сказать, что процентов, наверное, 70 это пророссийское, ну, то есть пророссийское. Я не знаю, как сейчас. Раньше было у нас таким образом, что главные новости выходили полчаса или минут 40 были прямые новости из России, и потом минут 20-30 белорусские новости. Я не знаю, как сейчас. Угу. Я давно уже не был там, и когда я приезжаю, я здесь не смотрю телевидение, и там стараюсь. Вы берете участь в съемках российских сериалов? Зараз ні. Чому? Тому що в... Говорите на русском. Нет, я, учитывая то, что я начал учить украинский язык, очень тяжело сейчас. Угу. Мне сейчас работы хватает здесь. Я востребован здесь, поэтому и здесь. Вы в Украине живете уже там 3 года, так? Последний мой приезд в 2015 году. То есть в 2015 году, в июне месяце, я сюда приехал. Що можете сказати про український там шоу-бізнес, про українське кіно? Тому що є різні позиції. Одні говорять, що кіно відроджується, що почали знімати серіали, що їх знімають багато, що саме тому, що пішли російські продюсери і пішли російські актори, сьогодні є можливість для того, щоб відроджуватися. Інші кажуть, та ну, коли була колаборація, коли була спільні зйомки, було набагато більше ресурсу і можливостей. Що скажете ви, знаходячись всередині цієї ситуації? Задумався. Ні, я знаю, що відповідати, але як тільки я відповідаю так, як я думаю, мені тут же кожен канал скаже цього мальчика більше не знімати. Чому? Тому. Не думайте про це. Смотрите, как обстоит ситуация. 2014 год закрылось полностью российское производство на территории Украины. И артисты Украины выдохнули, режиссеры Украины выдохнули, сценаристы все выдохнули и сказали: о, наконец-таки мы можем снимать свое и сниматься сами в главных ролях. И это начало происходить. Как бы там ни было, с чего-то нужно начинать.
И мне очень радостно было, я на это все смотрел. Я не просто так тоже сюда поехал. Потому что я понимал, что меня здесь знают, меня здесь любят, по-прежнему работаем, и я могу, отдохнув, попробовать здесь начать свою карьеру, ну, грубо говоря, с нуля. А сейчас ситуация вернулась на прежнее, ну, в прежнее состояние. На главных ролях у нас, вот я говорю у нас, к нам приезжают московские артисты и режиссеры тоже московские. Все вернулось на те же, ну, мы наступили на те же грабли. Может, сегодня снова там российские продюсеры, российские режиссеры, там працюють российские актеры? Ні. А як? Продюсеры свои, но для того, чтобы... Давайте смотреть правде в глаза. Я дикий хочется работать. Чтобы каналы могли зарабатывать на своем кино или хотя бы окупать его, они должны его продавать, потому что на территории Украины реклама не очень дорогая. И чтобы окупить свой продукт, они его должны показать там, ну, два раза. Чей важно продать, куда-то, до речи? Нужно продавать. А чтобы продать, продукт должен быть на русском языке. Чтобы продать русскоязычный продукт и быстрее, и более и подороже, там должны быть российские артисты, либо российский режиссер. Все завязано на деньгах, это вы все прекрасно понимают. Без этого, ну, не обойтись. Если Украина начнет смотреть на Запад и снимать уровня западных сериалов, ну, сериалы западного уровня, то тогда уже мы будем обходиться с артистами Украины или уже западными артистами. Ну, дивіться, сьогодні така ситуація, наскільки я розумію, можливо, я не до кінця цю ситуацію розумію, ви мене поправите. А там на Заході є великі платформи, які самі вже замовляють серіали. Це замовляє не телебачення, а великі платформи. Да? І вони там знімають серіали, там, типу там «Молодий папа», там, я не знаю, «Годліс» і так далі, і так далі. А пострадянське телебачення, воно орієнтується, вірніше, пострадянське серіальне кіно, воно орієнтується на телебачення все-таки, і воно працює в колаборації з телебаченням. Mm-hmm. Для того, щоб вам зняти серіал, вам потрібно знайти, взяти гроші на телеканалі, які буде потім його демонструвати, потім взяти, якщо повезе, гроші в Госкіно. Ви говорите о серіалах? Так. Це тільки деньги каналу. І якісь приватні гроші. Каналу. Да. Канал повністю хіба дає гроші на серіали? Повністю, 100%. Да. Ну, тим більше. Ні, якщо у продюсера, який знімає кіно, він хоче права на цей серіал, дабы його теж продавати, тогда он тоже вкладывается вместе с каналом. Ну и вот, в результате, насколько я разумею, если телеканал дает гроши, он диктует свои условия. Он говорит, нам потрібно такий міцний комерційний продукт. Все. Без всяких ваших вот этих вот витиеватостей. Без фокуса вашего. Да, зробіть нам так, щоб всі, тому що основний телеглядач – це там 50+. Да? От щоб якраз ці люди, які дивляться телебачення, щоб їм було все зрозуміло. Без фокуса, ребята. От такі міцні, комерційні, там 4 серії, чи там 8 серій і так далі. А скажіть, будь ласка, чи це от такий підхід може дати врешті-решт нам, там, я не знаю, «Молодого папу», чи там інші, там є там світові бестселери, да, сьогодні? Чи можна в таких умовах зняти потужний, цікавий серіал? Можна. Наприклад. Кому вдалося? Як називається цей серіал? Ну, я верю, что можно, потому что как только на канале появляется очень грамотный, толковый, креативный продюсер, который приходит либо со своей командой, либо находится такой сценарий. У нас самая большая проблема, везде самая большая проблема – это сценарий. И, кстати, я когда готовился к нашей встрече, я был удивлен, сценарист. Вы сценарист. Только частково працювала для театра в основном. Вот. Сценарий – это, наверное, главная составляющая продукта. Ну, я стикалася з цією проблемою. За книжки ніхто не береться, да? Там, за роман. Потрібен сценарій, щоб вже принесли. Вы можете прочитать потрясающий роман, но сделать адаптацию такую, которая выйдет на экран. Вот тут начинается опять головне. Сценарий.
Опять сценарий. Опять-таки, если будет потрясающий сценарий, это нужно найти тогда режиссера. Опять-таки, мы будем упираться в деньги. Насколько канал готов будет дать деньги на это? Якими своїми роботами ви пишаєтеся? Що можна сказати, що це вдалося, да, за останні роки? Совершенно случайно. Та работа, которая вернула меня в профессию, это «Спросите осени» на телеканале «Интер». Это, ну, вот случайность. Опять-таки случайность. А чему вы все-таки хотели пить из профессии? Это вот мне настолько психологически было тяжело, настолько мне нанесли больной удар. Именно профессиональные и человеческие, то есть там все было вместе, что я приехал сюда, закрылся, раз, два, три, четыре месяца безотрывно, без перерыва практически сидел на Десне, либо на Днепре с удочкой в руках. Отже, вы даже залишитися не могли, это было в Минске? Да. Вы не могли даже залишитися на этой территории? Я из Минска уехал окончательно в 2008 году. То есть с 2006 года у меня были попытки уехать, а в 2008 я уже уехал. То есть, ну, мне незачем там оставаться было. Ви знаєте, як мені хтось сказав, там, коли ми готувалися до цих зйомок, мені сказали, що справа в тому, що там і Спашу ділюють секс-символ. От. Там йому дають ролі, в яких, я не знаю, це має бути такий впізнаваний типаж, да? Щоб людям що подобається? Людям подобається те, що вони там впізнають, що вони можуть там, я не знаю, там в книжках, в піснях, де завгодно, в кіно, якщо людина думає, о, ця історія про мене, в принципі, вона мені зрозуміла, це точно як про моє життя. От там починається успіх справжній. А чому людям так потрібно це, да? Щоб якщо там, ну, не може бути секс-символ, там, я не знаю, з ростом 1,50 м, чи там некрасивий чоловік. Це має бути такий, як ви. Високий, гарний. Ну, з такими, знаєте, ознаками мачизму в зовнішності і так далі. Ну, ми все одно живемо в якомусь совєтському періоді. Не пройшло цих 5 поколінь, я вважаю, повинно там 4-5 поколінь пройти, щоб стереотипи якісь у нас стерлись в голові. Тобто на сьогоднішній день так. І я внутрішньо, кожен раз, коли відкриваю статтю, листаю газети, читаю... А ви свій власний типаж приймаєте, ви вже змирилися з тим, що ви амплуа герой? От, я зараз до цього йду. Я кожен раз читаю секс-символ, або... Це не я. Но я приймаю правила ігри, і на сьогоднішній день, сидя з вами тут, я теж в ролі. В той ролі, яку хочуть бачити зрителі, ви. Я очень долго думал, каким образом я буду с вами разговаривать. В той роли, которая нужна, или быть таким, какой я есть на самом деле. Ну, якщо говорити особисто про мене, то я люблю, коли мене дивують. Да? Я думаю, що по-справжньому цікаві розмови, це коли людина виходить із цієї капсули, ну, в якій вона чекає. Знаєте, всі ці знамениті анекдоти про Штірліца, за яким там, він йде по вулиці, а за ним тягнеться парашут його власний. Це, в принципі, такі історії про наших артистів, тому що вони цим парашутом, який за ними тягнеться, вони так багато хто з них проживає життя. Я прийшов не в костюмі. Я 2 дні думав, що я прийду в костюмі. В кінцевому ітогі, ну, за 10 минут до я сказав, так, стоп. От я зараз намагаюся бути самим собою. Я сказав, стоп, ти будеш хоч немного, але самим собою. А на Заході дуже популярно, знаєте, що там вже багато акторів, які знімаються, вони працюють паралельно в театрі, тому що вважається, що це та площадка, де, в принципі, ну, це як для там, лікаря, да? там, де він приїздить, робить операції, там він, в принципі, свою професійність там, підтримує. А потім він там може в поліклініці приймати там, чи ще десь і так далі. От, а ви працювали коли-небудь в театрі? Чи ви чисто кіноактор? В театрі я почав служити з 2001 року. В 2008 я закінчив. І в театрах... Рік? Да.
ну, з 2001 до 2008-го. І перший 7 років досить. Да. І театрів в моїй житті було вот за этот період. Угу. Я работал в Русском национальном театре имени Горького, в Купаловском театре, угу. Я работал в Мускомедии. Я работал в двух антрепризах. Я работал в театре армии. Уже вы спробовали практично все. Що таке? Мені було так скучно. А чому? І так, от, потому що там настільки все медленно. Угу. Мені було так скучно. Я хотів працювати везде. Я працював на телевиденні, я працював в клубах. Основной доход у мене був – це ночні клуби. Угу. А що ви там робили? Начинались мои ночные клубы, это я бегал моделькой, модель. Угу. Потом были какие-то конкурсы, я начал зарабатывать, либо призы какие-то были денежные, либо просто какие-то призы, которые можно было перепродать, либо ими пользоваться. Что это значит конкурсы? Ну, значит, 8-10 мальчиков модельной внешности, которые выходят... Прыгают в мешках? Ну, типа того. То есть, значит, проходят они в костюмах. И там идет голосование. Кто победил в клубе, то есть забиваются девочки, которые там голосуют, не голосуют. То есть ты побеждаешь там. Мне давали... Первый конкурс был, за который мне дали фишки от казино. И я понимаю, что это деньги... И я благодаря этому... А пішли грати чи ні? Ні, ти пішов... Обміняла на гроші? Конечно. Вау, а чому? Я очень азартный человек, поэтому... Ну, опять-таки, я азартный, но крайне редко я влезу туда, где я могу проиграть. Угу. Я очень многих друзей из казино за шкирки отже, доставал. Ви такий опрятный мальчик. Я стараюсь, но это было всегда, но сейчас я стараюсь себя изменить. А буде якісь там безумство в вашому житті взагалі? Для кожного ведь безумство, ну для вас безумство это, я не знаю, там, ну, вивернути на себе відро холодної води. Для мене безумство... Хорошо, же ви обо мне думаєте. О моїх безумствах. Ну ладно. А що для вас є безумство? Ну, прыжок з парашютом. Это авантюра, это не безумство для меня. Это какой-то такой интерес, mm-hmm. могу, не могу. На сегодняшний день я могу сказать, что, допустим, для меня безумство, уже пройдя какой-то этап, отказаться от съемок в проекте из-за каких-то своих принципов. И прожив там 5-10 лет, понять, что это безумство. Які там принципи? Безумство. От в моїй житті... Ви більше ніколи не повернетеся до театру? До репертуарного? Я дуже хочу. Стоп. До репертуарного саме. Я ж хотіла якраз вас питати, чи він помер, чи не помер репертуарний театр. Тому що, як на мене... Я просто можу вам слово в слово сказати, як у Олі Сумська, чому вона не хоче в репертуарний театр. Я хочу в театр, я безумно туда хочу. На сегодняшний день я язык начал учить не потому что, а потому что возможен театр, возможны другие роли здесь. Но репертуарный театр, он на сегодняшний день в Украине не считается с артистами. И правильно сказал, да, этот театр будет считаться, позвонит Стасу Баклану, спросит, может он или не может, может быть, Вертинскому. Ну, если мы касаемся молодого театра, потому что вот там у меня такое ощущение, что есть какое-то уважение. Может быть, Наталья Васько. То есть... не считается репертуарный театр с артистами. Он не понимает, что здесь, в Києві, что на лице можно заработать деньги. А що потрібно взагалі, з вашої точки зору, міняти в пострадянському театрі? Тому що там вже 30 років... Моє мнение, це госдотації. Їх потрібно забирати? Як тільки їх не стане, угу. Ну, как бы, тут же начнется конкуренция і остануться тільки сильніші. А що таке реформи в театрі? Тому що, знаєте, починаючи від освіти, коли там, скажімо, ну я не знаю, в Лондоні, якщо ви хочете бути актором, ви маєте заплатити, в принципі, ну,
досить великі гроші, і просто дуже швидко, там півроку чи рік, це максимум, пройти інтенсив в театральній студії. Да? І вас там професійно підготують. Там, або на пострадянському просторі ви маєте 5 років просидіти в якомусь вузі, де вам будуть там читати там філософію чи ще щось. А я не знаю, не бачила артистів, які читали першоджерела по філософії. Я не знаю систему западного навчання. Якщо там чоловік учиться полгода або год з утра до вечора, не теории, а практики, и практикуют каждый день, тогда да, да, он может за полгода, за год научиться быть артистом. Если работают с ним, если маленькая аудитория, там, от 3 до 6 человек, за год их можно обучить. Я стал артистом, и то не знаю, стал или нет, но, ну, вот я чувствую, что где-то уже стал. Я стал артистом после 4 лет службы в театре. И опять-таки, после того, когда мне стало скучно, я начал в массовке, в каких-то маленьких ролях искать что-то интересное, что было бы интересно мне, моим однокурсникам, моим партнерам по сцене и зрителю. Ну, дивіться, що стосується репертуарного театру, це ж така річ. На Манхеттені вистава йде до тих пір, поки на неї купляють квитки. А у нас репертуарний театр, там можуть сидіти там 2,5 глядача в залі, і це йде роками. No. Можливо, репертуарні театри вже просто віджили своє? Як формат? Я опять возвращаюсь к тому, пока будет дотация. То есть гостеатр выполняет квоту и сдает определенную сумму государству, которую должен сдать. Он вкладывается в эти квоты, он существует. Он не вкладывается, начинаются проблемы. Вы дивилися сериал «Телефонуйте Ди Капріо», российский сериал? К сожалению, нет. Еще не добрался до него. У меня список сериалов, вот до него я еще не добрался. Там есть такая проблема, там... В принципі, мова йде про 2 братів-акторів. Один з них дуже такий, знаєте, він знає, що таке обов'язок, він ніде не запізнюється, він гарний сім'янин і так далі. Але він там на якісь там грає там дитячих святах і так далі. А інший абсолютно там розгільдяй, абсолютно там аморальний, такий сякий і так далі. Але саме тому, що він брехливий, аморальний, такий сякий, він дуже подобається жінкам. Ну і абсолютно біблійний сюжет, наприкінці старший убиває молодшого. Там дуже такі стосунки. Про що я хочу сказати? Особисте життя актора, воно таке досить специфічне. Особливо чоловіків. Дівчата, вони ж намагаються там рано чи пізно вийти заміж. У них бувають стосунки з режисерами, вони завжди хочуть ролі і так далі. Ну, все, що так сказати. Чоловіків по-іншому. Вони, в принципі, вони, як правило, багато партнерш. Сьогодні, в принципі, нічого. Ви знаєте, що про вас пліткують там за кулісами? Ну, тому що я там наводила справки, коли готувалася до програми. Ви спросите, а я відповім. Ну, пліткують про... Одні говорять, що він там постійно міняє партнерш, інші кажуть, що у нього інша орієнтація взагалі і так далі. Да. От це внутрішнє життя, да, коли ти кожного дня в тебе зйомки, ти маєш бути іншим, ти багато їздиш і так далі. В таких умовах навести якийсь лад у своєму особистому житті дуже складно. Да, це нереально. Ну, особливо, якщо ти краса, в тебе сериалы, у тебя есть свои прикольные. Если мы касаемся, извините, личной жизни, то как только у меня хоть как-то начинаются какие-то отношения, я уже понял одну вещь. Я прихожу и говорю: пожалуйста, делай что угодно, только не мешай мне работать. Как только ты влезешь в мою работу, либо начнешь каким-то образом мешать, мы разойдемся. Либо у меня не станет работы, а когда у меня есть работа, у тебя все хорошо, и у меня все хорошо. Я все-таки больше отдан работе. А где вот эта спільная территория? Ну, стосунки по режиме... Делай, что хочешь, только оставь меня в покое. Вы знаете, я каждый день... Вы же разумеете, я каждый день переживаю. Я там, в 6 утра встал, поехал к 7 в зал. А вы, когда в 6 встаете, вы уже переживаете?
чи ні? Чи ще спокійний? Ви кажете, я кожен день переживаю. Ні, в 6 я встаю нормально. Так, я слава Богу. Все, ви зацепили мою больную тему. В 6 утра встал, поехал в зал. Из зала я поехал на съемочную площадку. После съемочной площадки я возвращаюсь домой около 10, 11, может быть, 12 вечера. И когда я возвращаюсь домой, я уставший, как долбанный придурок. Я понимаю, что мне нужно лечь спать, потому что завтра нужно в 7 утра встать. Но я... А нафига я понимаю, что она дома сидит. И меня ждет, и я хотя бы 20-30 минут должен уделить внимание, дать какой-то теплоты, а потом со временем, неделя, две, три, месяц, я должен, и я останавливаюсь и говорю, Паша, ты не должен, потому что это твоя работа, и ты загнешься так. И мы садимся, начинаем разговаривать, что я не должен, и если я уставший, пожалуйста, пойми меня. А одному будет краще? Год назад у меня произошла одна очень интересная встреча с доктором. С доктором? С каким? Я не знаю, как это называется, когда... Психотерапевт? Нет. Я быстрее их и больше не их... Проктолог? Извините. А что за доктор? Который... Я не помню, как он, честно, я не помню. Что лечит? Лечит что? Я к нему обратился, потому что у меня поехала спина, и он... А, остеопат. Вот, ну, как-то там по-другому еще. Okay. Мы с ним разговаривали, он даже меня не трогал, не дотрагивался, он мне рассказал всю мою жизнь. Просто по руке и по каким-то точкам, по каким-то он давил, реагировал. Потому что догадалка была, а не доктор. Нет. Понятно. По руке, по цвету кожи, как я реагирую на какие-то точки. Он мне рассказал всю мою жизнь. И впервые я ему крайне благодарен, потому что он мне сказал одну вещь, от которой я ушел в другую комнату. Из меня 5 минут лились слезы, потому что он заставил меня это принять. Он мне сидит и в глаза жестко говорит, Паш, ты пойми и прими это. Твоя сила, самая огромная сила, это твое одиночество. Такая же это твоя слабость. Ты в одиночестве набираешься такой силы. И я вот в этот момент, я это принял. Это было, вот для меня тогда это было крайне тяжело. Я ушел в комнату, я успокоился, я вернулся. Но на сегодняшний день я ему безумно благодарен, потому что я понимаю, именно этот момент, когда мне становится тяжело и некомфортно, мне нужно побыть одному. День, два, неделю, не знаю. А раньше, когда у меня была возможность, я уезжал к себе на родину. Выгоняйте партнерши? Ну, коли вы разумеете, что уже досить... Если у меня есть отношения, я уезжаю к родителям и сижу с утра до вечера либо в лесу, либо на берегу Днепра, либо на лугу. То есть я набираю силы. А где живут ваши батьки? В Могилеве. Это Беларусь, Могилев. Отец живет на даче. Ну, в принципе... Вы скучаете за ними? Вот видите, пауза. Мне не хватает. Мне всегда их не хватало, потому что... Потому что. А ще є в вашому житті люди, яких вам не вистачає? Ну, просто не вистачає. Від яких ви, можливо, залежні? Так чи інакше? Чи просто, от знаєте, є життя професійне, да? Угу. Кожного дня там малюють на вас якісь візерунки. Сьогодні ви там мент, завтра ви... красавець, бізнесмен, післязавтра ви хтось, да, там просто. І ви проживаєте це життя, воно досить горизонтальне кожного дня. Є там вертикальні якісь речі, які навпаки, оце життя вертикальне, а є горизонтальні речі, які з вами завжди. Да? Там ваші батьки, яких вам періодично не вистачає, а там, я не знаю, ліс. Там річка, де ви любите бути посидіти один, ще щось. Да? Є ваші власні страхи, яких ви боїтеся, є ваше життя, яке ви бажали б, щоб ніхто про нього не знав. Знаєте, я дуже благодарю, вже наполовину щасливий чоловік, практично зі всіми страхами, я їх перестав би, я розібрався в них, і я не бачу інструментів рішення. Но на каждый свой вопрос я практически знаю ответа. Но инструментов решения я еще не нашел. Как справиться с какими-то своими страхами, проблемами, комплексами и так далее. Но я хотя бы... Вот это произошло за последние полтора года. Но есть же только один инструмент для решения. Это принять себя таким, как ты. Хіба вы этого не знаете? В
принципі... Такой, какой я есть, я себя принимаю. Ну и все. Тоді у вас немає проблем. Якщо ви себе приймаєте таким, як ви є. А страх же є тільки до тих пір, коли ти себе не приймаєш щось собі, чи частину свого життя, чи ще щось. Я творчий чоловік. Как бы там ни было, насколько я рационален и циничен периодически, я творческий человек. И месяц назад, еще сидя дома, я довел себя до того состояния, ко мне приехал друг, он говорит, что с тобой происходит? Я говорю, я сам себя выносить не могу. Я довел себя до того состояния, что я, пребывая вот в этом состоянии, в этом теле и в этом сознании, мне противно было от самого себя. То есть меня выворачивало от сознания того, что это я. Ну, значит, у вас немає прийняття себе просто. І все. Но на сьогоднішній день, мені нужны эти периоды. Я без них не могу идти. Що для вас є релакс? Що для вас є релакс? Ну, крім того, що ви там йдете в ліс, рибалка. Ну, вот все. Секс. Это для меня вот я вам скажу так. Скажите, мне посчастливилось, наверное. Или, может быть, я ошибаюсь, но я хочу верить в это. Тот человек, который в жизни занимался любовью, его секс не вставляет. Я начал заниматься любовью. Это такой кайф. Я каждый раз себе говорю, этого не может быть. Это нереально. Ні, ну зрозуміло, секс з людиною, з якою тобі є про що поговорити. А це ну, абсолютно інша річ, ніж секс з людиною, з якою ну, просто хочеться, щоб вона через 2 хвилини. Это вот как у мене таке відчуття, що це як андрогін какой-то получился у нас. Это у мене ніколи не було таких відчуттів. Ніколи. Это я ще раз говорю, кожен раз я говорю, так не буває, нереально, не може бути. Я кожен раз Вы читаете книжки? Я не очень люблю читать, но я читаю запойно. То есть я могу сесть, прочитать 5-7 книг и потом несколько месяцев к ним вообще не подходить. Вот я сейчас закупил, наверное, сколько у меня книг 6 я купил, которые я не читал, положил на пол. Вот положил на полку. А які книги ви купляєте? Ви купляєте за пораду, чи що таке, що давно хотіли прочитати? Что-то советуют, а что-то я захожу в магазин, и вот то, что мне упадет на глаз. Я стараюсь, я визуал, наверное, до последней клеточки своей кожи. Что это означает? Что вы в гарних обкладинках книги купляєте? Мне нужно увидеть. Мне могут посоветовать книгу, я ее возьму. Вот. Я не хочу ее. Но вот не лежит у меня душа, я ее не чувствую, не хочу ее. А я могу посмотреть влево, увидеть какую-то книгу, сказать, я хочу вот эту книгу, о чем она? Не знаю, о чем она, я хочу ее прочесть. Был период, когда я сказал себе перечитать всю классику. Конечно, я все не осилил, я повторно перечитал всего Чехова, всего Толстого, всего Достоевского, всего Булгакова. Добрался до... Лермонтова, но где-то на середине остановился. То есть у меня вот здесь стала литература, я сказал, так, стоп. Но при этом, опять-таки, мое искреннее удивление, «Война и мир», да? Тяжелое произведение? Ну, воно досить складно в тому плані, що там дуже багато, воно дуже багатопланове. І там можна до безкінечності говорити про те, про що воно. У мене ніколи, коли я читав літературу, не виникало ніяких пограничних емоцій. Я, сидя в метро, читая «Войну і мир», сидів, плакав. Нонсенс. Чому? Для меня был нонсенс, когда я читаю и понимаю, что у меня... потому что такая настолько трогательно была выписана сцена, что я сижу, а я чувствую, что у меня глаза зачесались. Про какую сцену? Когда, боже мой, я сразу не требуйте от меня имен, когда сын, младшенький сын вернулся с войны, и вот мама его встречала. Николай. Да, я с именами... Младший Ростов. Да. А чому ви думаєте, чому Наташа предпочла, не полюбила Андрія? Чому вона предпочла там Курагіна,
совершенно бессмысленного, бестолкового, и ну, зато очень веселого. Женщины кого любят? Большинство женщин, давайте так. Они же любят плохих парней. Ну, все. Это вся видповедь. Ну, да. А, ну, вы ж не bad boys. А вы же хотели покрасоваться успехом? Я на сегодняшний день я ухожу от собственного, созданного мною стереотипа, что я хороший. Я день за дня бьюсь сам собой прекратить ходить ровно, прекратить сидеть ровно, разговаривать правильно. Мне нужно становиться плохим мальчиком, потому что моя вся эта правильность меня не доведет до добра. Это точно. Це я вам точно абсолютно говорю. Те, що ви називаєте правильністю, вона просто там породжує масу комплексів і все. А просто прийняти себе і далі починається щастя. А ви, вам знайомо, що таке творча заздрість? А в мою сторону чи з моєї сторони? З вашої. Заздрила комусь? Я могу так, так вот, вот так-то немножечко? А вы можете навіть лягти. Вы знаете, я думал, я просто посмотрел, в чем и как здесь сидят ровненько все, думаю, боже, она то ровно не сидит. Не всі, не всі. Тут були хлопці, які роздягалися спокійно за моїм проханням, так що... По-хорошому я позавидовал один раз артисту. Это Redmayne, если я не ошибаюсь. Который сыграл роль планеты Стивена Хокинга. То, что я увидел, я искренне сказал... Это была супер работа, это правда. Я до сих пор заикаюсь и говорю, что круче работы я, наверное, в жизни не увижу, и у него, возможно, в жизни не будет круче работы. И я сидел и говорил, господи, неужели я хотя бы дотронуться или хотя бы вот так это сыграть и воспроизвести. Я вот это единственный раз, когда я позавидовал. Я смотрел и говорил, я тебе завидую. Ну, от дивіться, сьогодні дуже популярні там серіали, чи навіть повний метр комедії, тому що людям подобається сміятися. І там «Домашній арешт» Сліпакова там мав божевільний рейтинг, і саме тому, що це було, ну, по-перше, те, що ми говорили на початку, це було про життя, яке багато хто пізнав, там життя провінції, да, це було про якісь речі, про які там, я не знаю, там опції там. Стосунки з чиновниками, а там бізнес, ще щось, кохання і так далі. Ну, все безумство такого совка, да, постсовка. А ви колись думали про те, щоб зіграти в комедії? Тому що ну, герой, да, це така, знаєте, як почесна грамота. Це дуже почесно, але в принципі, якщо чесно, всі позитивні ролі, да, вони всі дуже плоскі і нецікаві. А от роль негідників чи там якісь комедійні ролі, вони дуже багаті з точки зору там, ресурсу артиста. Ви знаєте, мені кожен раз, я пам'ятаю, до попадання в сериальное производство, в кино, я не знаю, как это сказать. Я старался что-то менять в себе. Я постоянно менялся, постоянно удивлял, я постоянно бунтовал. А у вас есть почуття гумора, как вы думаете? Есть. Да? Ну, слава Богу. Я ж постійно намагаюся його якось так. Ви намагаєтесь з мене щось видавити. Боже мій, от це у вас зараз відношення до мене таке. Ух! Ну, ладно, прорвемося. Це ж був такий дитячий тролінг. До попадання в серіали і в кіно, я говорю, я був дуже смілий, я йшов вперед. Мене дуже сильно прибили серіали і кіно. Як-то поставили, от задвинули і сказали... Ты должен выполнять так, как нужно, от А до Я. Я только сейчас начинаю немного расслабляться. Я помню прекрасно, когда мне в очередной раз в театре дали в «Укрощение строптивой» роль Люченцо. А у меня были такие беленькие еще волосики, корешка. Я подошел к режиссеру просто с мольбой. Я говорю, пожалуйста, умоляю, можно вот что? Мне вот здесь эти роли, я уже больше не могу. Можно что-нибудь с собой сделать? Можно он будет какой-то другой? Вот я там еще сказал, говорю, сыграть можно... Сыграть какого-нибудь славного, обаятельного урода. Вот я говорю, можно я на лысо постригусь? Хотя бы на лысо. Вот дайте мне постричься на лысо для этой роли. Вот он пусть будет хотя бы лысый, какой-то другой, нервный. Нет, ты мне вот нужен вот такой, все, стереотип.
И никуда я не... Я честно, я боюсь. Но я могу... Ну, я боюсь. Потому что я не знаю, справлюсь или не справлюсь. Не было никогда такого. У меня самая характерная и самая сложная роль была. Это «Три сестры». Я играл брата Андрея. И то это был экспериментальный, или спасибо, что это был экспериментальный спектакль. Там было только «Три сестры» и брат Андрей. «Три сестры» Чехова? Да. А как вы считаете, это драма чи комедия? Слушайте, у Чехова все комедия. Ну, у нас только... А чему завжди, а почему завжди роблять як драму? Ну, чему? Ну, в принципе, якщо, там, если мы начнем читать эти произведения со стороны, как вы говорите, троллинг или стёб, угу. мы совершенно по-другому к ним будем относиться. Драма – это горький. Вот я обожаю горького. Горький тоже может быть комедия. Ну, может погляд. Быть, но это погляд. Я просто читаю его, это... У меня любимое произведение – это «Коновалов» Горького. Я недавно начал его перечитывать, давно не читал. А Горький, от, ви розумієте, якщо Чехова, да, там може бути там зрізів там 10, 15, 20 різних, да, і ви виграє. Ну, а Горький же він дуже плоский, да? Да. Очень плоский. Да. А чому вам подобається, чому ви любите? А ну, тому що він прямой. Мне не нужно задумываться, мне не нужно ковыряться. Мне не нужно каждый год перечитывать произведения. Вот на Сидора мне на море гордо реет буревестник, и все понятно. Никаких проблем, никаких вопросов. Ни к буревестнику, ни к Сидора мне на море. Каждый год открываешь Чехова, перечитываешь, и ты видишь что-то новое. То есть у тебя меняется восприятие, и восприятие этого произведения тоже меняется. А ты Горького открываешь, читаешь, а там все как бы вот как было, ну, фундаментально. Я вас на самом деле провоцировала. На самом деле же у Горького есть очень такие сложные вещи, я не знаю, типа дела Артамоновых или еще что-то. Я не помню, вот это не помню. Мы же знаем только всякие революционные, все эти мать-перемать, еще что-то, да, там, или там... Ой, у меня, знаете, я помню, у меня от Толстого, когда я перечитал его все рассказы, у меня было такое отвращение. Чему? Я не знаю, но это мое, не то чтобы... То есть я читаю и понимаю, что это какой-то, ну тупо провластный писатель. Особенно после его Ничего пьес. Себе заявочки, в чем? Вот пьесы его. Это было так давно. Я помню просто свое восприятие и вот это вот, вот ну, пьеса. Что провластного в живом трупе, объясните мне. Что провластно там? Вот я сейчас, я говорю, я помню свое восприятие, что я закрыл и сказал, я не понял, а что произошло со мной. Вот я читаю, закрыл и сказал, я не понимаю. А є книжки, які ви прочитуєте і любите перечитувати? Є якась там літературна тканина, да, в якому просто цікаво заходити завжди? От у мене, наприклад, є декілька там десяток романів, які я можу там з будь-якої сторінки починати читати. Ну, це в основному зарубіжна література. І для мене це просто відпочинок. Наче ти повертаєшся на батьківщину там, чи в сім'ю. Да, я зараз такі банальні речі буду вам говорити. Коли я був студентом, и, наверное, год или два после этого, у меня на столе всегда лежал «Алхимик». Кэрри? Угу. Я не знаю, почему. Вот на протяжении, пяти лет дамское. Он меня выдергивал. Вот мне становилось тяжело, я не понимал, куда идти. Вот либо это какой-то психологический был зажим в голове, я его открывал, читал, и я видел, куда мне дальше идти. А сейчас я просто могу... Я только классику перечитываю. Вот мне хочется красивого слова, и я что-то вспоминаю, достаю классику, перечитываю. А що от там з останнього на вас справило враження, скажімо, з кіно? От так, що ви сіли і сказали, блін, ну як це зроблено? От як ви це зробили? От саме останнє, що я смотрел, я не можу сказати, от таке отношення, що, ну як це? Я 3 дні назад ходив на Гуцулку Ксенію. Ще не бачила. На жаль. Я сказал, вот я впервые сказал браво. Украинскому кино быть. Мне понравилось. Мы не будем, я профессиональный человек, я слюну, вижу какие-то вещи. Мы не будем там нюансы какие-то, о каких-то нюансах говорить, которые, ну там промах, там промах, там можно было дотянуть, там угу. что-то исправить. Но в общем... У меня друзья, которые ненавидят ходить в кино. Чему?
Они не понимают. Я их успокаивал весь сеанс, говорю, закройте свой рот, я хочу посмотреть. Или люди, которые далеко от искусства, они вышли и сказали. То есть я сказал, и эти люди сказали. И знаете, как радостно, когда ты приходишь на украинское кино, а зал битком. Потому что до этого не было ни одной картины, чтобы я пришел и был зал битком. Не було декілька фільмів, які в прокаті себе купили, які мали там невеличкі, але комерційні успіхи. Може бути, ви говорите, скажи на веселля. Так, правильно сказав? Скажи на весілля. Неважно, я ще це слово не знаю, не виговорюю. Я не був і не смотрел, поэтому я не можу сказати. Ну, я не тільки скажу на весілля, це там ще декілька фільмів, які мали комерційний успіх. І, до речі, це дуже важливо. Тому що, в принципі, кіно для того, щоб там зробити, як ми пам'ятаємо, я не знаю, три фестивальні картини, потрібно зняти 100 комерційних фільмів, комерційно успішних. Тоді з'являється те, що ми називаємо кіноіндустрією. Да. Вона буде, значить, будуть там шедеври. Не буде її, не будуть, ну, якою мені кажуть, а чого там останні роки ще немає кіно, яке можна було там в Кани повезти чи ще куди. Я кажу, тому що немає індустрії. Буде індустрія, буде там 100 фільмів на рік чи там 200. Все почнеться. Це чиста математика, нічого іншого. Що ви для себе хочете? От знаєте, якщо теоретично уявити собі, що вас заберуть вашу акторську діяльність, чим би ви могли займатися в житті? І що вас, скажімо, втішає, коли ви думаєте, що можна там... чого людина боїться? Людина боїться завжди втрат. Да? Там, втратити близьких людей, втратити можливість заробляти гроші, втратити здоров'я, втратити кохання, втратити ще щось. І, знаєте, Так, Паша, ніколи не звиняйся. Це очередной мой пункт в голові, не звиняться, не просить прощення. Ви ж не вибачалися, це слово «паразит». Нет, я очень часто, уже гораздо меньше, я за каждое... Ой, извините, что я вот так поставил чашку. Ой, простите, что я вот так вот сел. Этот Советский Союз, я не знаю, что это воспитание, Советский Союз, я пытаюсь это все выдернуть из своей головы. Я расскажу сейчас, перескажу разговор с моим однокурсником, который состоялся, по-моему, дня три назад. Ну, я рассказал о каких-то проблемах, с которыми сталкиваюсь сейчас в Киеве, в своей работе, там, какие проблемы могут быть не в Киеве. И вдруг мне человек говорит одну простую вещь. Ты не был бы Вишняковым, я не помню, как это вот сказать, то есть я знаю тебя, ты всегда найдешь выход из сложившейся ситуации, потому что ты Вишняков. Я говорю, ну окей, положил трубку и полдня думал над этим. И перекрутил всю свою жизнь, понимая, что да, оно всегда было. Даже в самый тяжелый угол меня забивали, либо я забивался. И я находил выход из этого угла, вставал на ноги, шел дальше. У меня вот так вот все. Сегодня вот там, завтра вот там. Только потому, что я все равно, при всей моей правильности, я бунтарь. И сегодня мне не понравится, я хлопну дверью и пойду. Ну, сьогодні вони не пішли, і слава Богу. У нас є, до речі, така невеличка традиція. Ми завжди даруємо подарунки. Ну, вставте в цю рамку того, хто вам дорогий. Я, чесно говоря, огромне спасибо. Я не знаю, правильно я делаю или неправильно. Я хочу в ответ вам подарить подарок. И если будет возможность... Боже, приємно. Перша людина. Пусть ваш, да? Да. Яка відповідь ще дарує? И пусть ассистент мне просто напишет, угадал я или не угадал с... А что тут? Это аромат. Мне многие сказали, не смей этого делать, потому что это довольно-таки индивидуально. Я долго ходил, выбирал. Долго ходил, выбирал, присматривался, перенюхивался. І мені просто цікаво, угадала чи ні. Я не знаю, чи я можу це робити, до речі. Просто така ситуація абсолютно для мене нетипова. Дякую, я обов'язково скажу, сподобалось мені чи ні. Дякую. Що ж, друзі, сьогодні була програма в ефірі «Перші другі». У нас в гостях був дуже відомий актор Павло Вишняков. А я прощаюся з вами до наступного разу і нагадую вам головне. Бережіть своє кохання. Все інше тільки бонуси в житті. Все інше можна здобути якимось іншим шляхом. До зустрічі.